знаю, какой закон, но, как правило, нашему человеку только волю дай, и он столько талантов покажет. И здесь, на этом конкурсе талантов «Зажги звезду» дают всю волю, всем возрастам и любому уровню профессионализма. Я бы сказала, это конкурс-эксперимент. Это впервые в таком формате мы проводим конкурсы, поэтому что из этого выйдет, мы узнаем, наверное, уже по итогам его, уже по отзывам. Собрались творческие коллективы и солисты со всего края, в основном танцоры и певцы. Организаторы признались, их цель проста – сплотить людей, а победители должны получить дипломы и подарки. Есть здесь место и слезам, даже среди тех, кто, кажется, выступил вполне удачно и профессионально. Впрочем, уровень участников совершенно разный. Например, для Ольги пение – это пока еще хобби. Сама она бизнесвумен, а вокалом занимается только 3 года. Была затяжная пауза была, и я на сцене долгое время не была, но где-то, наверное, примерно месяц. И мне нужно дальше нагонять, сейчас будут всероссийские конкурсы и так далее. И я надеюсь, что меня заметят и заберут в Москву. Надеемся, вас тоже заметят и увезут в Москву, а может быть даже в Нью-Йорк или Лондон. Самое главное, не бояться приходить на такие конкурсы, если у вас есть талант выступать, дарить радость всем. Андрей Дригер, Илья Каляпин, «День с толком».